Программа «С дипломом в село» направлена на предоставление мер социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья специалистам социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственным служащим аппаратов акимов сельских округов. Социальная поддержка предоставляется в виде выплаты подъемного пособия в размере 100 месячных расчетных показателей, а также возможности оформления бюджетного кредита на жилье со сроком на 15 лет в сумме, не превышающей 1500 МРП. С начала реализации программы в Кипасовском регионе мы уже выдали порядка 78 бюджетных кредитов на около 229 миллионов тенге и 196 подъемных пособий на сумму 32 миллиона тенге. В прошлом году мы, в виде подъемного пособия выдали 14 специалистам, прибывших для работы, и бюджетные кредиты 11 человекам. На текущий год нам выделены средства, хотелось бы отметить, что приобретение жилья – это средства республиканского бюджета, ежегодно республиканский бюджет финансирует нам эти затраты. Нам предоставлен 51 миллион на выдачу 10 бюджетных кредитов, и за счет средств местного бюджета нам выделено 14 пособий, 14 специалистам. Единственное изменение, связанное с данной программой, это то, что отныне участники с дипломом в село будут погашать займы через Отпасбанк. Раньше они осуществлялись через акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация». На сегодняшний день пока работа только начата, начиная с августа месяца платформа была оцифрована. Немножко, конечно, еще имеются недочеты, теперь уже все заемщики обращаются напрямую в Отпасбанк. Отпасбанк будет полностью рассматривать самостоятельные заявки. Мы, как местный исполнительный орган в лице акима, согласовываем, одобряем бюджетные кредиты или пособия. А дальше вся платформа будет уже через Отпасбанк. В принципе, процедура ничем не изменилась. Также также документы. Хочу сказать, что только с начала августа мы начали работу эту проводить. Сейчас у нас на приеме две заявки имеются. Это в Боецком сельском округе приобретение жилого дома и в Коянтах специалисты образования обратили. Напомним, основным требованием для участников с дипломом в село является принятие на себя обязательства отработать не менее 3 лет по соответствующей специальности в организации, расположенной в данном сельском населенном пункте. В случае, если трудовые отношения прерываются ранее, чем по истечении 3 лет, бюджетные средства возвращаются в бюджет в полном объеме.